Всем привет! Сегодня покажу вам нож от компании MagSafe, модель Goliath 2.0. Как по мне, нож отлично подойдет для выездов на природу, хотя с учетом материалов и форм-фактора можно носить и на каждый день. По характеристикам. Общая длина ножа составляет 253 мм, длина клинка 113 мм, толщина клинка в обухе 3,7 мм. Нож открывается за флиппер, замок на ноже Liner Lock. Также нож оснащен клипсой для ношения на кармане и темлячным отверстием. Сталь на клинке порошковая Böhler M390. Материал на рукояти карбон и титан. Вес ножа составляет около 200 грамм и может варьироваться в зависимости от исполнения ножа. Сейчас у меня в руках две версии ножа с зеленым карбоном и титаном и с черным карбоном и дамаском на рукояти. На клинках обоих ножей стоит порошковая сталь M390, хотя есть и более простые версии с K110 на клинке и G10 на рукояти. Ножи в этих исполнениях с карбоном на рукояти и M390 на клинке выполняются эксклюзивно по заказу Forest Home. Ножи поставляются в стандартных коробках от компании MagSafe. Внутри нас ждет сам нож, а также тряпочка для протирки клинка.